Так, как пятна снизу мощь. 20 чем. Войт, готов? Нет. Она, кстати, сбилась, стоит. Что, что, что? Щиточек. Ща, подожди, там будет еще. Что-то, блядь, зависло. Перезапускаю игру. Блин, а в прошлом, когда там Дон свалил куда-то, тут сейчас сидим тупим, блядь. Там че Дон заебал? Че Дон? Ну, давай, пацаны. А че порошочек клюнул? А потому что я наехал. Я знаю, сижу, угораю, блядь. А над кем ты угораешь? Куда лянул? А тебе смешно? Ну, блядь. Почему тебе? Ну, зигри так жопу, чтоб горел, тебе пиздец, блядь. Ну, не знаю, спроси у Бьерна, что у него жопа горит. Ну, Бьерн за результат-то борется, блядь. Это понять можно. Что, типа, мы что? Вроде топ-гильдии альянса, а закрыть не можем, блядь. А на каком месте? Ну, где-то между 16 и 48. Так, ну что вы там, розовые, давайте, бафайте. Исполин, готов? Донт. Все, все готовы. Можно начинать. Давайте, добавим пул. Где скажете? 5, 4, 3, 2, 1. 2 секунды. Спасибо, блядь. Утром пусто было. Ну, мне верга точно плюс. Там расколы, стаки эти вары, там, не забывайте. Бля, вторую сверху разбили. Чё делаете, блядь? Бля, чей это морг? Сейчас спалил. Абула не вреде. Я скинул. Нужен сладкий. Отведешь это босса. А, ты сладко так дал. Так, а что по бобам, кстати, по порядочку? Сколько у нас там? Кто первый боб давал? Optics, Flash, Void, Sexy. Optics, Flash, Void, Sexy. Трэш вышел. Нужен второй стан, давай. Давай. Красавчик. Я вообще заберу. Нет. Отойдите только так, чтобы вы могли выбежать. Так, да, смотрите, что видите, тут лужи некрасивые. Развелось очень плохо. Ну, лужу дал, перебегите. Кто там бежит? Стоматолог не туда пошел. Зачем вы заходите за лужи? Беги-беги-беги. Чё, он бежит? Кто там? Отбегает, да, дальше. Бежит. Блядь, давай в меня делай чарж. Хуй успеешь. Я уже стою. Вот на мне, на мне, на Бьерне, на Бьерне. Нормально, продолжаем бить. Смотрим, что получится. Блядь, чуть-чуть убило. Распадайся. Прокалывание. Стоматолог, какого хуя ты тут делаешь? Ну, пожалуйста, ты все дальше пошло. Мы падаем? Да, 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 падаем. Да нет, добиваем, блядь, что-то стоит. Зоки, а ты че сегодня? Хихань-дыхахань тебе все, да? Да, блядь. Ну, надо же как-то печальную ноту, порошок и мозг, гильдик, что разбавить. Да ты уже гильдик полутаешь. Ну, со мной бы шмот выпадет, полутаю. Стоматолог, это... За слаг, ну вообще по факту тебе надо было за это самое. Ну надо просто с другой стороны стоять, типа, потому что бежать надо к воде. Вы должны. Ну, медики, смотрите. Мор ебанул, да, это уже плиты. Нет, вы... это не ДК ебанул. Может быть, это сладко дал. Сладко тоже сейчас накину. ДК тут ни при чем.
Ну, сладко, это как мне тогда ГП давали, так что ты лучше в Destiny доспех. Гудлик научит. Гудлик знает, где воняет. Ну, сладкая почти меня догнала, потому что норм. Я долбою клипу. Дрыщ, давай тоже в Африк. Давайте, ребят, быстрее. Рыбу ставлю, кушайте. Так Африк профитнее, да, намного получается? Из-за ласт фазы, из-за ауешки. Там ровно как раз вот 30 секунд ты даешь стан свой, и как раз вот откатывается до, ну, следующего, ну, то есть, до него удара. Как раз вот тебе откатывается, и ты даешь стан свой. То же самое касается второго ретрика. Две секунды. Так, включи на пол. Сука, блядь, зурки. Ты же выпил? Ничего не выпил. ГПС, да? Все, все готовы, Дон. Так, добьем пол. Запусти, Дон, пожалуйста, я сейчас. 5, 4, 3, 2 Две секунды. Один. Новые мобы. Взорвание через 10 секунд. В принципе, неплохо дамажится. 50% тратим. Кто там раньше начал уже Близзардом херачить? Надо пить до конца, ребят. Заливать АОЕ мелики. Так, первый боб пошел там, да? Сейчас вижу. Угу. Ну как у нее скилл, блин. Гусе, гусе. Так, Алмерия, на левую, на левую. Так, идеально, на левую лужу. Смотреть на шипы. Побежу. Так, второй боб будет? Не слышу. Боб. Да. На центр... Как он, блядь? Джанни, забегай! Забегай, 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 забегай. А как он спамит, блядь, таргеты меня? Что за хуйня вообще, блядь? Потому что Алмерия сбросила глыба, скорее всего, себя. Ммм, блядь, ребята, не тыкайте глыбы, ставь босса. Драйнер же вставай. Бэр, там, дай диагноз по-этому. По стоматологу. Стоматолог в трусах лежит, ага. Блядь, сорвался, блядь. Жабро. Второй стан нужен. ЧП, подними, Рокси.
Рибаб, дайте повару. Хотя бы минимальный. Каску повару хотя бы. Никола, кома, все есть. Все есть. Инту бафу. Спасибо. Спасибо. 2 секунды остается. Готовься с новой пачки. Трой сам. Сколько там процентов оставили? Как лужа бежит? 8. Оптикс. Сука! Какого хуя, блядь? Стан, дайте мастан туда. Второй стан дайте еще. Попробуйте забить. Чей боб сейчас? Алло. Позорвается, нахуй. О, сейчас оптикс должен был быть. Я дал. Все, дали, хорошо. Я дал. Нормально. Закопалось, нет? Да залили, нормально. Только мне надо будет лучше туда поставить. Там закопались. Нет, там закопались. Там двое закопалось, похуй. Больше закопалось. Разбейте лужу там быстрее. Ага. Заливайте трэш быстрее. Да, лужу ставить. Ой, блядь. Забегай. Запазись. Много ошибок. Почему ты, блядь? Сколько там боссов ставили? 37%. Ну ты мы криво сейчас вывелись. Криво все было. Оптикс. Что там ты написал? Ты стоял неправильно, Оптикс. Неправильно стоял, у него позиционка кривая была. Надо стоять за одно, где лужа, со стороны речки. Ты можешь даже просто внутренней стороны, короче, вот между лужей и между боссом. Точно не ошибешься. Относительно нужно сказать, чтобы между тобой и боссом, блядь, не было лужи потом и все. Вот так стало и все. У него фридом есть, он себя этим засейвит нормально. Кстати, возможно, бы было сейчас. А? Сервер упал? Нет. Нет, нормально. Да нормально все, убьем мы его, просто, блядь. Ошибку, ну, ошибку, конечно, первую. Как вы подохли там? Эти жуки заклевали вас или что? Меня даже жуки убили. Ребята, по поводу жуков. Бегайте все кучнее. Чего вы, блин, присасываетесь по этой, блядь, платформе все? Жуки собираются в разных странах. В кучу соберитесь и там можете ее. Глыбы инвизы прожимать не нужно. Свои баблы. Тоже вы не нажимаете. Здесь вас спасает только тучка и только боб. Все. Остальные скины забудьте, от шипов как-то пытаться их выйдеть. А на спидхаке можно бежать? Да, можно бежать. Да. В другой инс. Сильный воин, который его убьет. Сразу ссылка побежишь. На циркуле. Не, там просто выбирай цели, портуйся к ней и все. И с одного конца в другую так делай. Вон дом потерялся. Дом? Членикс. Матрицу кто-то смотрел? Нет. Когда так сегодня вышло? Да, сегодня вышло. Обитель зла смотрел кто-нибудь сейчас? Кого? Обитель зла. Нет. А первую часть или какую-то, или вторую? Ну, или первая, третью, вот, сейчас вот вышла недавно, Ракет 7. Вообще на пол. Подождите, поесть. А тут зашел. Эвер? Что, Донт не поел? Я не поел, потому что жуки, блядь, по рейду гуляют. Так они все сейчас, они же не бьют. Ну, да. Кто-то его сагрил, блядь, какой-то. А, я не агрил мужика. Дрищ, я видел дрищ. Да я не агрил на тот мужика, я же вам говорю. Да сосал мужика, блядь, я видел. Все, тихо, давайте, че на пол. Колорадский жук. Драйнер тут. Все, готовы, поехали. ДБМ пол, включай.
Зорки вагон. Блин, они тебе. 5, 4. Зорки вагон. 2, 1. А почему мы все знаем, когда 2, а ты нет? Блять, уже. В принципе, Дон, чуть-чуть немножко босса отведи, отложим. Долго били, блин. Видите, а в других видях вот это самое, по 2 ханта на пузо, блин. У нас тут не арсово. Нужен стон, стан сейчас. Давай. Лужа упала, если что. Ладно. Вторая, друг в другу. Че ты уже, блядь, скрипаты, ты, блядь, ну ёбаный в рот, ребята, ну, такие ошибки тупые делаются, блядь. Да ладно, пусть. Ну, блядь, неудобно, нахуй, сейчас вот людям обегать это всё равно. Тоже потеря ТПС. В принципе, знаете, как можно сделать? В эту лужу забежать, тот, который крайне постараться. Аккуратно. Пал, стан, давай. На пул. Манирок. Манирок. Так, на меня бегут отлично. Все, кратненько сейчас лужу бегайте и не зацепите ее. Зацепи же лужу сейчас. Блять. Ладно, хуй с ним меня. Лужу. Ну ладно, лишнее. Так, первый боб будет, нет? Да, да. Вот видите, как хорошо, и мелкие избегаются к нам в кучечку, как надо, и... Всё, давайте мелких шотайте. Так, и попробуйте сейчас покайтесь. На ком сейчас? Идеально вот здесь сапожки? Нету, ничего нет. Давайте, короче, сейчас дадите ему боб. Попробуй боб сейчас. Дали боб. Просто покайте, попробуй побегать. Там КД будет через боба. Сейчас вылезет 3 секунды. Меня не видно. Меня секунды боба не видно. Все. Супер, отлично. Просто замечательно. Идеальный красавчик. Залили быстрее мобов. Босса сыграли все. Давайте. Только мобов сначала. Мобов, потом босса. Так, наполнили. Мелки сразу шотайте просто, ну и когда блин, всякую гадость так и неприятно. Блин, сорвался. Смелый удар. Пал, готовься. Давай сам. Чуть-чуть вообще. Так, пытаемся трэш сейчас. Готовься, Пал. Давай, стан. Один рейзер. Двое, блядь, не могу, дон пизды не получают. Забрал. Ой, блядь. Сложило. Сейчас меня убило. Пытался моба забрать немножко. Перевернул свою модельку в жопу, блядь. Сейчас убьем. Я знаю, там сладко, там есть таки, там один удар приходит, но это я еще раз говорю, я жопу повернулся, я мобов стал забраться. Мне это вообще, когда ты ебальником смотришь на них, на тебе стаки есть? Есть. Там есть? Один удар, но я. Короче, эта хуйня фиксится тем, что тебя никто не должен абсорбить. Я общался с человеком с гильдии Гомеля, у них никто не абсорбит танка, который, короче, мобы собирает. И в смысле не абсорбит? Там стаков нет. Ну, да, в прямом. Там вот такая хуйня есть. Этого... Типа, если на тебя щиток не кинут, то на тебя стаков не будет. Прям ни одного, потому что все у тебя блок будет проходить. А так, типа, щиток — это как будто чехол, блядь. А сквозь этот щиток на тебе стаков появляется. Кидал у меня есть, блин, щитки. Да, на тебя волонир был, 100% от идеального. Ну, значит, волонир, Значит, тогда идеальный, исключи меня тогда из этого.
С хилбота, не хил меня, короче. Там надо волонир снимать у идеального. Так нет, он пусть хилит, просто я сейчас тогда... Там абсорб. Абсорб да, идет на попал. Цели, которые хилят. Смотри, я понял, почему они тогда закидывают этих самых. Вот, я удаляюсь в группу. Идеально у тебя хилбот или... Там... Буду. У тебя по пати можешь, типа, удалить меня с пати вообще? Все, давай тогда займись этим, сейчас проверим. Ну сейчас я это нет этого, я просто я в жопу повернулся, я когда моба хотел словить, немножко отошел. Ну вот сейчас будешь танчить, посмотришь. А от буйного роста разве не прокает? От всего прокает. Ну типа на тебя может перекинуться, там рандомно же он кидает. А буйный рост, нет, если допустим, по-моему, в пати, если я спущусь, то я в пати сейчас что закинул, там должна вроде бы. Сейчас посмотрим. Ну, нажми, нажми сейчас буйный, идеальный. Вот на кого-нибудь нажми. Да я за контроль буйный. Я буду далеко стоять от него. Хорошо. Просто на нем не должно быть ни одного щитка. Абсолютно ни одного. Сейчас проверим туда. Давайте сочиняем. Угу. А, блин, покушать. А где рыба была? А, вот стоит. Стоит, стоит, стоит. На ней кто-то стоял, что ли? Баба, дайте, пожалуйста. Бля, все ноги в рыбе. Ой. Сейчас коты потом будем гореть в этом в горожане, я так чувствую. Да, не скажу, ну, у меня же получается, ну, на туре мне и реванш не надо юзать, тогда чисто удар щитом и все пока, да. Удар грома. Ну, от реванша у тебя что, абсорб? Да, у меня тоже абсорб идет. Ну, тогда нет. Давай сочем уху. Так у тебя же двух кусков нет, когда они надеты. А, нет, подожди, у меня одеты, да, два куска есть. А, ну тогда не юзай. Все, все готовы. Давайте добьем пул. Там на тебе щиток. 4, 3, 2, 1. Крипаты, тебе не сразу. Разби, 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 разби. Ну, пу-пу-пу-пум. Так. Ну сейчас проверим ваш тест. А, она стакивает все равно. А нет, все, перекусил, он не стакивает. Блять, отвлекся нахуй. На, все ГП начисли. Были стаки? Да, были, были, были. Потому что там бок его ударило. Может у тебя не 102% там? У меня 103%, мне не хватает 200 показателей брони, это не критично. Ага. А у тебя сколько там показателей? У меня 5100. А должно быть 5300. Ну это херня, но не то самое. Что за сок там чисто? Сорян на это. Да какое, уже развеялись ребята, сколько уже времени ждали. Пора ждать. Почему 200 дал всего? Давай же 200. Может 300? Что-то, если честно, тема 3. Вот щитками звучит как-то фуфлыжно на самом деле. Да там не можно добрать, а символ. Нет, это хуйня работает. Символ можно добрать. Убери символ, а морда. Типа, блокирование щитами вообще все это взаимодействие? Ну типа, блять, тебя муб бьет, он бьет в блок. Как он тебе стак кинет? А так он тебя бьет то в щит, если, понимаешь? Если, блок если не работает, когда на тебе щит есть. Ты не можешь не уклониться от атаки, ничего, именно в поглощении. Ну, конечно. Имеется типа, в виду, вот что прежде чем в блок уйти, обилка уходит в абсорб, что она первая. Да, поэтому стаки кидаются. Но эта хуйня работает. Не заморайтесь, сейчас убьем. Сексист, давай. Но не абсорбите его просто так же. Сейчас, может, нормально будет. Может, он там просто боком я повернет. Я просто немножко это самое отвлекся, поэтому касс не сбил. Секси тут? Секси. У него интернет полетел. Найс. Шо в рейд тогда пойдет? Шо, давай в рейд.
Так. А когда будет перерыв на туалет? Давай в рейд, потому что у нас секси вылетел. А давайте каждые минуту делать перерыв на 40 минут, ребят. Предлагаю вот это вот охуенно. У вас был перерыв, ребят. У вас было много времени по перерыву. Так я тогда кушал, а сейчас в туалет хочу. Я не хотел спать. Я тебя сейчас испытаю, блядь. В рейд идешь, ставь Петро себе под ноги и все. Вот, нет, я могу и потерпеть. Блядь. Сейчас этого выкинет с инста и... Пришел солнце, что? Да, вот он. Понимаете? Слушай, я не знаю, чей ДБМ там ставит метки, но почему-то, когда на меня ромбик повешался, на меня метка Ануба не повешалась. Что секси-тролль бафал? Я не помню, что он бафал. Так, а метка Ануба на череп вешается. На мне не было клока. Ты какой череп? Я без клока. Все, давайте, ребят, я чинаку. Ну, бафли клоки, что вообще? Я про единые метки. Дай а это крестик вешается. Давайте пистобаф, ауру на коня убрать. Пять крестиков. Секунду, подождите. Сейчас я. Шо, вот опытный. Это напердел, блядь. Где ты меня послышалось? Послышал. Такие звуки. Это кто просил в туалет? Ребят, это с СПКЮР есть такой чувак, у него ник Юничье. Вот у него постоянно так вот микрофон. Сладкий тут. Давай точно на пол. Да, тут там не бафали. Трубы поджимают. Шпингалеты лопаются. А, супутово отлично срал, блядь. На шалтае. Все, все готово. Так, давай добьем пол. 2, 4, 3, 2, 1. Лидон там кирешками хрустит еще. А он заебал, он все время хрустит чем-то. Да, кстати. Жрать хочется из-за этого. Потом в туалет. Все, давайте, на пол, поехали. Не отвлекайтесь. Не надо пока не сами. Ну или пока. Зоркий, где ДПС? Кстати, стаков да. Нету. В натуре. Блин, 3 стаков нет. Я без прожимок. Нужен стан? Да. А сейчас я щит сделаю. А, вот. Понял. Короче, в натуре абсорб помогает. Ну, то есть, абсорб, и я 7 стаков получу. Какой порядок бопов? Стан будет нужен. Давай стан прямо сейчас. Оптикс первый. Оптикс флэш, Void, Шова. Нет. Оптикс, флэш, Void, Шова. Я вправо веду? Давайте кучнее, ребят, не разбегайтесь, блять. Останьтесь на месте, где-то хуже. Давайте печеньку, ребят, стакнемся все. Все в печеньку стакнемся, хилу тоже давайте, бейте мелкие. Сейчас босс уже вырвется. Стену. Ёлка! Чё это, блять, за лужа, нахуй? Ой, блять. Пиздец, блять. Ладно, сейчас босс вырвется. Бейте боссов все. Через мобов играть. Пластику. Давайте броню вам сейчас на стаку ладно. Все, мелких под босса подведите, и что вы там достигнете кастера? Никогда там не стойте. На полу. Блять, этот мок, сука, сорвался. Нер, попробуй его затаунтить как-нибудь.
Я на себя заберу его, просто заклеиваем. Второй стан нужен. Давай, давай, давай. Под бомбом сам стан сбейте. Все, я его забрал на себя. Не надо, убьем просто его. Он сейчас зароется у вас, блядь. Стан дадим. Дайте стан его сейчас. Стан закатай. Зарылся? Флэш его сам, давай. Зарылся. Стан, блядь. Так, на стол упал. Три умерло. Ребята, ну, блин, понимаете, когда моб один уходит, там тайминг немножко сбивается, кстати. А чё вот у меня такой вопрос? Вы, чтоб проще бёрна было ловить, просто немножко за лужу завести, а ноба... Нет, там... Чтобы жуки шли через тебя, тебе так проще будет в 1000 раз. Ну, вы ещё ближе к кружку встали. Убегать потом будет. Убегать перед зарыванием, отвести на 5 метров и все. Чё, проблема? Ну, сейчас это самое. Да, дом, не тяни, пожалуйста, сейчас. Дай всех мне мобов просто. Они когда кушнили, у них этот тайминг сбился, потому что я на, после второго взрывания всегда давал стан на 8 секунд. А когда ты забрал моба, то почему-то Кас пошел на 8, на 5 секунд, кстати. И второго стана там не было уже. Все, так, давайте сейчас без ошибок эти все. Кстати, очень хорошо информация. Читы реально я не читовался. То есть мне на мне 0 стаков было. Вообще ни одного. То есть урона не было. Гестим, давай быстрее. Бегай. Так. Донта, тебе надо как-нибудь люлей почаще от босса получать, потому что... Танк не отказывается у меня. Так вот почему у них танки в отдельном патче сидели. Да, вот, и поэтому вот. Да можно это и не делать, там просто можно соло таргет на него не считывать и все. Хилботе это тяжело все. Друидовский, допустим, как его? Если в хилботе там смотреть, там друидовский омоложение, или омоложение как-то. Буйный рост, но можно и да. Ну, типа... Буйный рост, он накидывает, типа... Ну, чтобы вот такой фигни просто не было, им снимают волонеры. Абсолютно каждому. Так, Хлипа, ты готов? У нас нет почти волонеров. Да, у нас только один волонер, верный друг. Это идеальненький. Хлипа, ты? Уже буховать уже. Так, у меня уже хавка на силу заканчивается. Все, сейчас все просто готовы. Если сферы разбивать не будем и нормально затраем, то мы его убьем. Вот, опять же, какие-то глупые ошибки. Ну, в сферах была проблема сейчас, просто моб ушел к вам и там таймер немножко сбился. Поэтому. Так, давайте добавим пул. 5, 4, 3, 2. Эти фазы уже видели, конечно. Ну просто внимательно. Так, стакайте броню там. Пару стаков накинул, наверное. Ну что, сейчас вообще не прибивает, да? Не готовься. Второй стан. Ой, ничего не накинул щиток.
второй стан. Право-лево захожу. Дай мне лужу. Это вот лужа, где я стою, никогда не трогайте. Влево от тебя. Да. Запомните, это лужа, которая правая от вас, ее никогда не трогайте, потому что... Как нахуй? Как на нем 10 знаков было, блядь. Диана, подними темпу. Я специально к тебе подошел, стоял. Чего вы бегаете просто так, блядь? Сбейте мобов, алёсики. Мобов, играйте. Вон тут идет лужа. Все, оставьте мобов, потом забьем их. Бейте босса. Мелкий трэш только залейте сначала. Только не копать. Донт на пулю, не вер. Я тебе его веду. Mm-hmm. Он на мне до таунти, вот, не забудь. Он замедленный был, там как-то уже разбил. Все норм. Стою стан. Так, второй. Ты дал второй? Зачем? Я дал. Они кастуют зарывание. А теневой удар они еще не... Есть стать? Если есть стать, ставай. ЧП ДБР подбронил. Запахнуть драйнера там. Пал стан. Сейчас второй готовься. Давай второй. Отлично. Все. Одного веду. Типа запал, блин, его еще раз ударил. Вот это хреново, бляха, муха. Там лужи разбили в углу. Идеальный упал еще. Саса не было идеальной, да? Нету. Гаров у нас тоже нет. Че, падать будем туда? Падаем или че? Блин, Донт его... Они и так выхилят, пошли попробуем. А на пуле не надо, дадите, верхи. Ровно пулит. Рога, хорошо, будешь на пуле, там нет двух боковых. А все уже, все уже. Так. Короче, Донт... Смотрите, просто... Внимательнее, смотри, когда я его затаунчил, второй раз его постарайся не бить, потому что я вот ударил его, он затаунчил, ты его еще раз ударил, он потом сразу на тебя опять бьет. Я знаю, но понимаешь, там разлита лужа, я не успеваю в тебя три таргета напулить, когда они на большом расстоянии. Да нет, три не напуливай там, я два заберу сам этих боковых. Вот, они все равно идут через меня там. Ну, давайте. Таргет просто последнего был на идеальном, поэтому либо идеальный, либо я. Блин, такие ошибки такие вот, блин, мелочные просто. Зачем сферу ближе к центру, как на видео? Это абсолютно никакой роли не играет. Да, конечно. Ребят, реально, а можно с мелким трэшем поактивнее, пожалуйста? Ну, это правильное замечание. Два самых ханта можно вообще, для комфорта полного. Не нужно вообще здесь, ну, один хант более чем достаточно. Согласен. Так, что тут труп стоматолога лежит, когда он живой тут? Стоматолог тут? Ну, здесь я, да. Рыбку кушать. А что это за труп лежит, и ты живой? Как это так? Он из параллельной реальности. Что это такое? Мы убили ануба. У кого-то лежит, у кого-то не лежит. Два трупа лежит. Мне, по мне, метка била 5600. 5600? Да. Это, может, из-за маговского сопрота? Там 80 своего. Давайте, ребят, надо быстрее закрыть и, блин, хочу. Надо в коржом. Ну, у меня вон Донта лежит, трупик. Какая разница, давайте играть. Сузы. Че на пол? Ялмерии. Это будущего трайбера сказали. Не нужна информация сейчас. Так, все готовы. Давайте по местам.
ДБМ получаем. Все, давайте без ошибок, ребята, все аккуратно. 4, 3, 2, 1. Две. Забыла уже. Так, пары. Мы стаковываем 3, наверное, даже 4 стака. Один стак накиньте только. На пула. Бля, дом забыл на тебя накинуть, я музыку сейчас скину. Сейчас после каста дам. Может босса отведем немножко от лужи? Тихо. Просто. Я пришел. Блять, у меня один промазал, ничего страшного. Блять, он сзади меня стоит. Падайте. Пара-пара-пам. Сука, чему ебаная, блять? Поэтому, наверное, нельзя, чтобы они сзади стояли. Блять, миссанул. Ну, конечно, нельзя. У тебя же, блядь, блок не будет работать. Он же тебя в спину будет бить. Поэтому там лучше... даже когда ты вот капельку повернешься боком, там уже все, тебе пиздец. Нет. Только в лицо. О, блядь, такие шутки для пиздец. Можно было бы два щита одевать? Один щита не стоять, да? Один в руку взять, второй на спину повесить. Нет, две руки, блядь. На спину там бы уже нормально было бы. И на жопу один. Блять, я так со спину так зашел так эффективненько, так какие хуя, блять. Давайте сами рыбу еще раз. Блять, ну сука, почему, блять, не получается нахуй? Наша прошлая дрот, блять. Чисто зашел за спину и перо под ребро. Просто да, за спину забежал и все, я уже. Все. А что это за хуйню пишет там? Эйлер сделал 9 кликов по рыбе. А это вычисляет кликальщиков. Че за хуйня? Что-то да. Так, давайте. Чем на присутствие на пол. Давайте бафлиться. Да, закликал, две рыбы уже исчезло. Ну знаете, ребята, да честно, такая бесполезная сейчас анимация. Давайте напрягитесь немножечко. Извините за токсичность. В смысле напрягитесь, блядь? Да не, нормально. Я не могу напрягаться. Все норм. Так, дом, готов. Если напряжется. Все, давайте, добьем пул. 5, 4, 3, 2, 1. Ну как? Нет. Да. Мы тоже когда нас. Вайпаемся слишком быстро вайпаемся. Элитные игроки, ёп. Рачки по 5 крупные. Ой, бабах. Второй сам. Давай, давай, давай. Есть. Тоже мы снимал один. С какой скоростью километров в час они бьют, я хер его знает. Да хуйляр. 60. Ну, у них там... Теневой удар, готовься на пулы. Сейчас я там даю. Второй сам давай. Все, все могу мои написаться. Да, мало снесли. Сколько? 8. Не, мало чего. Просто серии не было там. Да. Факт. Так, милики, не подходите, ждите пока. Крипат выбежал. Дай встан. Просто тоже давайте. О, меня Вудрик догнал по ДПС. Мелких слакать и там, да как гриппать их там и так далее. Уже, чтоб у нас сидели. Больше в игру по мобам, типа мультидотинг, выстрела. Кексика. Кексик, беги к стеночке. Стенки беги, прям не... Стенки. Главное, не за лужу, главное. Да нормально, нормально. Тебе Боб идут. Боб. Жди, пока 2 секунды до Боба останется, зайдешь в лужу.
Все остальные в центр сбегитесь. Ближе к центру бегите. Мобов, не лутайте лишних стаков. Кстати, босс, я могу, в принципе, на себя брать. Боссы сбежались. Боссы сбежались. Все, бейте босса. Поехали, босса, раз. Мелких. Что ты эти мелкие? Заберите с меня моба. Блядь, легко идем, допустим. Ног на пуль, нет. Блядь, заберите моба еще, там, милики там, там-то нажмите. С невера, главное, заберите. Ага. Так, сколько ты питания будет, на секунду. Поближе сами, пал. Да, все. Скажу, куда. Давай, стань. Все, супер. Блядь. О, на мне скоробейчик сидит мелкий, сейчас вот зашёл я. Он даже не стакает на меня. Он даже не стакает на меня, даже тоже брачки свои. Лох, значит. Блядь, ну чё за за... Сука! Готовься, стан, давайте. Давай. По зарыванию. У него 38% сейчас. Нормально, бейте, бейте, хорошо. Лужа аккуратно, лужа лишняя, лишь аккуратно будьте. Здесь пейте. Эллер, беги. Стан второй нужен, давайте. Боб будет на мне? Да. А, да, да, да. У меня спаги, я подальше встану. Боб. Так, смотрите, пацаны, вот это вот сейчас, где печенька стоит, эту лужу попробуйте разбить, а туда мне оставьте. На ком сейчас метка будет? Оттяните оптик просто туда. Оптикс. Как-нибудь более-менее нормально. Гриб есть? Сверху печеньку. 10 секунд. Ну, гриб дайте какой-нибудь. Есть? Брать, ботинки. Все, забей кого-то в эту боковую, не в эту лужу, боковую забеги. Прохиливайте тут, прожмите. Прохильте его просто. Вы его прохиливайте, прохиливайте, прохиливайте. Хорошо. Все, давайте босса убейте. Скоробеев мелких этих, блядь, поубивайте. А вот завершите. Под босса, да, под на ком там сидит, блядь? На Сузи, блядь. Войско, блядь. Все, это самое, давай. Его на пол, давай. Блядь, там еще, сука, сзади, нахуй. Блядь. Что там у нас? Пала, готовься подходить сейчас, вот ретик подойдет. Сапрота. Сапрота перебивайте. Летик, бегаешь ко мне. Давай, Стан. Беру. Так, Флашин попал. Вай, что такое? Паучки мои. Метки только прохил. Метки прохилите, на ком дебаф от этих самых паучков. И Берна прохиливайте. Гер, готовься на пулю. Геру дали там? Да. Блять, у меня опять метка. Метка Берна хилите, у меня метки висит. На пулу невер. Блядь! Ну ёбаный ты в рот, нахуй! Бейте. Да хуже да выбьёте. Сложило? Да нет, блядь. Невера убило. Да не невера убило, блядь. Я всё поебался, нахуй. Давай, блядь, тебе тоже. Всё, заебись, ребят. Это заебись, трай, всё, убиваем сейчас. А сколько процентов было? 10% 6 лямов было здесь. 15 оставили. 13. Все, убивали. Да, убивали. Если мне как? Так, слышь, а вопрос такой, у нас... Мортал висит на боссе, нет? Да, висит. Да, армшвар есть. Стоматолог, да, он? А, ну да. Да все вообще охуенно было, просто выступили маленько. Ребят, продайте, пожалуйста, БКшную фласку на милика. Парочку желательно. Кстати, классы типа паладинов, магов, если на вас кидается ледяная метка, жмите глыбу, либо бабу, она скипает. Не надо ждать. Я поэтому, прости. Я не мимо таймера, сладко, я просто проебался, блядь, отвлекся нахуй на это самое, блядь. Он невер про метку на третьей фазе, не про ту, которая шипы. Там, короче, когда... Боссе есть?
когда появляется мобы, новая пачка трэша, и после этого, после появления новых мобов, надо считать 3 секунды и давать стан. Ну, может, реально 2 минуты перекурим? Ну-ка, 22 минуты перекурим. Парни, кто-нибудь продаст фласки на Милика или поставьте шкаф, я сам куплю, пойду. Давай. Кому? Кому? Донту. Донту. БК шкаф поставьте. БК шкаф. Денег? Да. Я не знаю, сколько дашь, столько будет. 350 они стоят. Могу одну дать. Две нормально. Жмякайте вы чё? Зачем? Вот этого еще вот это жмякайте, тут топовые эти огурцы. Мебельный завод, ебать, открыли какой-то мебель. Пока курим, я слетаю, закуплюсь ко мне. Кстати, хорошо, что сказали эту фишку про шилд. Я думаю, Ну что вас убить? Что это за херня, блин? В принципе, можно вообще даже уменьшить показатели. Поставьте шкаф, блин. Эй, зачем ты поставил? Сейчас спутают, у меня топовые аллеи. Что тут за мебельную фабрику устроили? Это, потом можно вот будет... Бьёрн, потом можно будет пересмотреть, типа, по видео, в таймингах, типа, по таймеру берси сколько. Тайминг такой, смотри, когда выходит трэш, я уже знаю, когда забивать каст. То есть по таймеру, вот смотри, как только вот первый бой начинается, то есть таймер нормально работает. Там я за 2 секунды, за секунду даю старт. Когда босс появляется, потом я даю по ДБМу на 8 секундах. Потом, если чтобы не обосраться, я прошу постраховать пала, чтобы мало ли накинуть. Все, и на 8 секундах даю. А вот на это 30... по ДБМу смотришь, короче, типа. Да, это по ДБМу смотрю, просто это все высчитал. А на уже когда третья, уже когда мы уже в лас фаза, то я даю уже тогда тоже на 8 секундах. Вот. Но если моб какой-то срывается, я так понял, как Дон сейчас был, Дон забрал, это было после взрывания. То есть, ну, после первого взрывания. Моб себе одного моба забрал, и я на 8 секундах дал стан. И второй дали стан, и они потом удар сделали на 4 секунды по ДБМу. То есть такое вот. Они когда есть их разводишь, то они тоже как-то они бахаются. Давай, серчи на пул. Ланите эйлера, по-моему. Ага. Сейчас убьем этого босса. Ну, да. Можно, можно. Ну, блядь, сколько? 10% осталось, и чтоб не теневой удар не просрал, то убили. Я на лямов 6 осталось. Не, ну убивали, похоже. 10% осталось, я говорю. 14-13%. 10% было, я смотрел, взял так. 6 лямов посчитайте, сколько это 6 лямов? Шо АГП за провокатор? Ой, да похуй, господи, убьем же просто, и все, блядь. Так, Донт, ФК, Рокси, ФК, Дедбище, ФК, не ВФ. Я здесь ну, просто... Гудлику, провокатор. ПК одни и те же, бля. Это, скажите, пожалуйста, мы до 12 будем? Ну, я думаю, может, сейчас, не знаю, посмотрим. Ну, если что, до пол 12. Ну, сейчас, грубо говоря, трай, и еще час, чтобы знать, сидеть, не сидеть. Сидеть? До победы? Бьерн, где ДПС? Ну, вот я и говорю, что до 12 стопудово сегодня. Сейчас настакивается 12 мобов, посмотрим. Фон Клазовец считал, нет? Не читал, блядь, все понятно. Блин, сделай 3 камня на холсту. Пока стой. Так, начинай. Хапчик выпить. Вон тут. Весь рейх там кто-то харкается. Вон тут. Ну что, ждем прошлой РТ, как тогда Дон съебался и не пришел. Ох уж этот Дон. Я ему сейчас напишу. Кто там, блядь, сморкается? Сморкается, блядь, заебали нахуй. Имейте совесть, блядь.
Дома прям. Прям дома на полную, в компьютер туда. Да, да, в экран. На монитор себе хуя. Сейчас как с колютом будет. Дон, ты тут? 415, ответьте уже, блядь. Я базочка. Блин, никогда не любил этот ИВК, блин. Постоянно бесит меня. Одна ошибка тупая, сейчас. Донт. Поебень с костами сделали еще их моментальными, нахуя, блин, нихуй знает. Откуда? Но они не должны быть моментальными по стандарту. Должны быть. Должны быть. Про теневой удар? По-моему, они кастуют. Да, они кастуют, но если кто стакивается, они не кастуют. У тебя с каждым мобом надо искать скорость. А жуки так и должны бегать быстро? Да. Они ускоряются за каждым. А шипы должны появляться на перефаске? Дом, ты пришел. Давайте все. Все, все готовы? Да, я сделал ручья. Давайте, ребята, понимаете. Все, все готовы. Добавим пул. Две скажете. 5, 4, 3, 2. Две. Два стака накиньте. Вары. Аспольчика. Так, один вред. Заберу. Да боже мой, блядь. Пара-пара-пам. Пам. Блядь, сука, нахуй. Ну, блядь, сука, ну нахуй секунду, блядь. Блядь, я нахуй все ГП сейчас пойду. На ГП бесконечное, блядь. Не переживай, да. А там что-то больше 99999 нельзя накинуть. Да в целом капал, конечно. Ничего, скоро 50% это сам. 50% средств? 50% средств, да. Так сейчас же кару выпустили, еще 50% скидываем. Не, кару не скидываем, десятки. Десятки мы по роллу ходим. 25-ки, когда выйдет магия, игрок, тогда будет скидываться. Так, ставлю рыбку. Стоять, кушаться. Ой, боже мой, блядь. На одну секунду, блядь, проебался. Даже на 5 секунд. Да, я просто не знаю, как нейвер, блядь, пойти. Это вообще тоже, наверное, пиздец. На 4 мобов напугивают. Да, он не 4, 3 напугивают. Одну я танчу. Ну, бывает 2. Я забыл. Давайте быстрее фулба, поехали. А Рога чем занимается в этот момент? Рога пусть босса бьет, там Невер все соло делает, не надо. Сейчас там Рога сейчас наделает, наделает. Ой, блять. Так, все готовы. Усаживайтесь поудобней, добавим пул. Да, 4. Подожди, там 3, с мобами драка 2, еще, подожди. Да ладно, хуй. Да не пропадут все, да, бля. Так, броня. 3 стака дал, 4. 1 стак накиньте. Дон, похоже, Вагнер. Все тряпочки еще идут эти. Так, 5, 4, 3. Стою, чук. Давай, стою. Не лагает? Нет. Ты единственный лагающий. Лучок.
Я тоже не лагаю. Я спросил просто. Что это не то? Это взрывание босса. Так, с него удар. Отойдите, милики, пока. Ну, Донч. Чё, поди, похилим его? Да, стан. Будете прохилить Донта, нет? Выхилите его или нет? Да. Не надо. Ой, Дэн, лучше не садать хуйней. Да, лучше хуйней садать. Бегитесь, включусь. В кучечку ставлюсь, сейчас мы попробуем. Блять, нахуй вы здесь разбиваете, блять, сука. Так, эту вот лужу сейчас попробуйте сейчас. Вот эту вот лужу, Шова, встань так, чтобы ты эту лужу разбил. Вот сюда, вон я ракету кинул. Ракету трапу кинул, вон туда в угол встань. И забежал в угол. Не, ну что ты? Беги, бабу. Встань ближе к луже. Тихо, бейте флот. ТТМ встань. Все, жди. Пучку бейте. Все, забегай. Все. И станьте немножко правее сейчас. Зоркий правее станьте. Все вообще четко. Четко. Так, давайте все в кучечку. Жались. Так, не выпустим. Идите хуйню под босса. Стоматолог нужен тебе ногу там. На пол дали. Прохиливайте людей, но много стаков. Блять, там ног далеко не действует. Один на мне, я его веду. Куда это? Просто забери. Второй стан. Второй стан готовься. На стоматологе давай. 8 стаков давай, и дебаф. Вал стан, нет? Оптик. Все, не надо. Сейчас не надо. Все, я понял, на 7 секунд дал, все правильно. Так, сколько это по таймеру? Так, 8. Даю стан. Нет, на пол, второй стан, давай. Дайте по Элиру бафы. Элиру бафы дали. Как он вдох? Понял, копать. Ну, меня моб убил. А как там хилил? Ну, я хилил много, наверное. Все. Тихо. Эйлер, то там поставь, как и снип гимн. Все, дорогие, там дорогие, нормально. Есть дал стан. Второй стан дайте. Блять, ну как? ЧП, иди Берри, оптика быстрее. Сразу нормально клюкнет. Так, на ком череп там? На ЧП вижу. Потом после этого лестничка. Хотя нет, идеально интересно. Да, идеально интересно. Боб. Печень оптика. Заводи. Ну то есть сразу нет там. Наверное, стаков много. Да понимаю, блять, я ж один бью этих мобов. Гриснип, Катя. Плюхните по оптику каску, там дать ему чуть баф. Вышел босс. Ну босс следит, ничего. Так, я себе скрабей этих забрал, их не трогал. Так, наверное, пул. Дом, ну, зачем? Я нишню не так. Я на себя сперу. Чтоб за заспаны не зашли потом. Так, что там по этому? Нужен стан, давай. Пожали эти. ЧП, рис идеального. Геру дали? Идеальный жив. Невера. Да, стою. Да, Невера. ЧП прохил. Невера прохил, все равно ЧП упал. Метки прохил. 8 секунд. Готовься на полу до вас. Второй сам поехал. Только не попал. Ретрик, иди сам. На пол. Да пулил. Там, блядь, один, сука. Сейчас заберу. Бра. А, сука, порвался. Так, что там у нас поставлено? Так, вижу. Готовься на пулевать.
Дал первый стан. Второй стан. Меньше хила, ребята. Маны высохли. Гасни гимн на ману. Был у него уже. Бейся. На пол, дай. Последняя пачка пишу. Одного за контроль. Нормально. Все. Хорошо. Че, стопайте хил? Стой там. Да, стоп хил, метки только чуть-чуть. Давайте, блядь. Давайте 300к, добейте! Добейте! На! Фух, блядь. Наконец-то это падало. ГЦ, мужики, ГЦ. Хорош, ребят. Больше никогда. Че, пацаны? Смотрите, Войд, Протопал, Ретрик, Хэпал. Спасибо всем. Ну что, сундук открываем? Стоп, подожди, не открывайте. Все, уже открыли. Похвалите хоть меня, ребятки. Немножко кто-нибудь. Бьорн там, блядь, скажи что-нибудь. Войд, спасибо, молодец, красавчик. Ликните чуть-чуть, что там по луту? Молодец, красавчик, больше майничка. Танковская пуха. Фух! Собирайте быстрее, пока не пропало. Такое говно упало, ёбану. Забирай. Бля. Мувик потом сделаю, приду в суток. В субботу. Тыкните нахуй порошочку, блядь, ебалом. Скажите, оптикс нахуй, молодец, а ты гнина, блядь. Не мог нахуй просто, блядь, да сделать то, что я прошел. Забирай, бот. Господи, какой лут? Какой лут? Охуенный лут. Все, пацаны, в кражан. Да, все, блядь, все, да, собирай статик, блядь, выезжай. Да, короче, во вторник, воскресенье будет второй рейд по этим самым, без ануба. Сапоги выбрали, хас, на меня ничего не было, что я хотел забрать. Блядь, можно мне их, пожалуйста? Там, а за это... Давайте по порядку. А за first kill будет этот допик? Ну, давай, я заберу себе на майнспек. Дай себе ЕП побольше. Как хорошо, что у меня нету конкурентов на мой класс. Дайте много ИП за... Ну, после разрыва будет ИП. Что, на огород идем? Го на огород. Ого! Что это у меня? Сколько там? 550. Стиляга. Стиляга Гуччи. Дон, сначала дай это самое. Мотки потом ИП давай. Конечно. Можешь села ИП, потому шмотки. Бьорн, можешь мне на друида накинуть это, с палом? Да, не вопрос. Так ты присоединись тогда друидом в рейд. Сейчас я тогда портану спереди. Дайте с Дорком у ГП. Парни, с Дон забирает это? Я себе заберу, да, колечко добываем. Том. Да бич полутается, нихуево сегодня. И запыша заберет, бля, собака. Ботиночки. Так, блядь, мне вот, честно, мне не нравится Исполин. Да, Исполин. Мне не нравится то, что вот у нас упало 3 человека за мелких мобов, блядь. А это... Вот есть скада у кого-то? Линканите, сколько урона, типа, по ним. Исполин, обмен, давай. Сейчас посмотрю. Сладко, где ДПС? Блядь, вот тапки мне бы отдали бисовые, был бы вам ДПС. Сорки, где ДПС? Ну что, я магов передамажил, прости, это что? Пиздец. Ну вот оптикс у нас упал от... А, это прокалывание, это понятно. Так, Невер у нас супер, понятно. Гудлик. Ядовитые жалы. ПГЦ. О. Ядовитые жалы это получается, да, этот дебаф, который... Слышишь, Бьорн, а ты видел рекаунт вообще? Смотри вот эту хуйню. Сейчас, подожди. Пошлайт. Ну, то, что ДПС отдал топ, видел? Да, нихуя себе. Че, замена плюсует? Сейчас, подожди еще. Да, замена плюсует. Верно, что у тебя на первом месте в рекаунте? Ищите повреждений. Это то, что просто. Блокирующий. Талант этот крит-блок. Теперь Дискорд, посмотрите, где ДПС там. Я скину Вильча. А где я там? А чё я не тебя нету. Это ануб. Это таргетный. Ану, ликните чисто. Это по анубу чисто, да? Так, флеш, обмен, давай. Вот это мобов. Кожаные запы? Ну да. Ретрики в агиле бегают. Так есть же запы нормальные силовые.
с первого босса падают. Слушай, ну нихуя себе, ты ДПС 21к. Жестко, блядь. Саша, зачем тебе, если ты хочешь хапава пересаживаться? Может, уступишь? Я... не знаю еще. Так спит, вон сет. А кому? Кому надо? Держи ГП. О, Дэдбичу. Дэдбичу лучше отдать, или коту какому-нибудь? Да, он второй по приору был. Я просто мастерство будет с пояса. Это бисовый, блядь, запад для вара. И для кота бисовый запад. Это для ретрика тоже пойдут на самом деле. Так, скоро вот будут, скоро будут не бисовые. Для ретрика скоро не бисовый. Ретрик запад поменяет, кражане, блядь. А фурик не поменяет, кражане. Будет там токен какой-нибудь там, либо ноги, либо... Я токен себе на майнспех, видимо, забираю. Да, сейчас этот бич я почекаю. Спасибо, ребят. Если что, да. А подожди, драйвер забираешь. По... Он ему не подходит. Он ему не подходит. Там только шамана нету. Это не да. Тот токен драйвер. Паладин прист лок. Не, ну тут можно даже не пытаться. Подождите, это за ГП или как? За ГП, это за ГП, это 258-й, ты 9-й. А, шмак. Нет, это себе забирайте, когда кому надо за ГП. Держи. Кстати, хрипа там нужны на анхолика, по-моему. Анхолика же вносит, что-то... Хрипаты в Т4 бегают. Я не знаю, почему. Почему в Т4 бегают? Он говорит, это Т9. За хрипаты ты Т9 бегаешь сейчас? Все распределили. Котик, ты где? О, ты тут, рядом. Все, осталось 50 на 50 сделать. На трофеи плюсик дайте мне кто-нибудь. У меня еще есть сколько тут? 3 штуки. И ВК десятка будет, да? Угу. Если вы хотите, то да. Жалко, дуата нету, я бы дуата взял. Слушай, и не будет. Что, прицеп ты ему отдавать все? Держи, слушай. Где ты тут? Если только гильдо ему не скинуться и не выкупить аккаунт. В десятке у нас сколько там? 4 штуки будет падать. Если умные люди, знаю, которые, блядь, между... на всяких фанпэях, блядь, покупают, а друг друга, нахуй, езди, доверяют, нахуй. Ну он тупой, чё? Я у дрища беру по 46. Дон. А ты куда ливнул, Донт? ЕП там? Ну. ЕП, давай. Да, где наша зарплата? Дай мне обратно. Нет, всё. Надо конкурентов выбирать. Колечко забрал, это бисовое. Так, ну что, сколько начислим за убийство? Ну да. 2000. А, 5000. И узорку в 20-ку убрать. Пожалуйста. Короче, косарь даю. Дайте зоркому ГП. Друзья, замена. Бич, я ставлю себе запад. Нет, я не понял. Конечно. Так, я же сказал, что плюсуйте. Ладно, сейчас это, короче, тогда отдельно начислю. А что, косарь и все, что ли? Я думал, 50-50, там 2 косаря. То есть еще касается будет дополнительно. А что касается людей, просто, которые приняли... А просто за рейд. Просто за рейд мне больше дают. Нет. А просто за рейд... Подожди, Саша, еще за сундук. А, блин, подожди. За ФК и за рейд. А, ну да, за рейд. Давай еще... ФК, ну, за сундук и 1,5 за рейд сверху. То есть 2500 и сколько за сундук дадим? Я не знаю, пятишку? А, нет, если ты за 2 косаря за второй сундук хочешь 50 на 50, можно за этого еще косарь дать. Значит, косарь дают, да? Ну, и за рейд 1,5. Да, минимум еще 2500. Блядь, вы меня разводите, блядь, я понял. Вообще сейчас разводят просто. Вот в правилах же написано, за ФК. Подожди, сколько там косарь, да? Я дал за ФК. Да. За ФК, а ну бы косарь, да. За фуист 1,5. Короче, еще 1,5 закинь и все. Да, еще 500 за сундук. Да, еще 1,5 за сундук, да. Так, сейчас я что-то поправился. Дома ты пишешь? Там эти правила были написаны, когда я думал, что это будет простой инс на самом деле. Ага, а мы в нем уже по 2 месяца сидим. Запомни, никогда платный контент не будет, блядь, простым. Да, пока не... Если бы не понерфили, сейчас бы вообще, наверное, померли бы.
Так все, больше не будет гайпасения? ПВП не будет. Все, я все не знаю, хорошо. За сундук еще пятишку какую-нибудь можно. Ну давай 500 еще. Да. Вернитесь. Короче, вернитесь обратно, 2 плюса мне ПВП, напишите еще 500. Короче, Дон, там насчет второго рейда, я с пугами, с которыми иду, там скорее всего ДК 4-4 будет. Вот. Подождите, всего... вы ВК? Да. У нас есть 4-4 ДКшка. Так год, блядь, это самое. А, по полгод. Там Таурен ДКшку добрали. Он же ливнул сундук за ФК, да? Он ливнул уже? Да. А что он ливнул? Ну вот, я не говорю. Да, то ли Дуат, то ли этот, кто-то прям в очень грубой форме за червяков ему в рейде сказал. Ну, типа, говорит, что это за хуйня, типа, как люди разговаривают, говорит, ну, типа, не очень корректно. Типа, я просто пришел помочь. Ну, типа, мне там, типа, ну, хуйню начали нести в Дискорд. А кто это сказал? Это Дуат так, да, сказал? Ну, я не знаю, там, то ли Дуат, то ли это, но он же по голосам. А, сейчас я это самое, ну, прошу кто-то. Так, все зашли в рейд обратно. Ну, не суть, он уже написал, то есть, что он говорит, типа, ну, ему не совсем комфортно, поэтому, ну, как бы там возвращаться не будет, то есть, ну, никаких там хейтов, ничего такого нет, но, типа, этого танка просто не ждите, и все. Типа, ну, вы когда, типа, с людьми новыми общаетесь, типа, вы хоть немножко, блядь, головой думаете, блядь, и не несите полную хуйню в адрес. Мне интересно, кто это сделал вообще? Я, ну, сейчас... Я не знаю. Как у Ники в этом ДКшке? Точно, напиши мне, я с ним попереписываю. Бьерн. Да? Нет смысла, он уже в другой гильдии в своей стороне. Я просто хочу узнать, кто там хуесосил, блядь. Я просто, ну... Ну, полубой, надо, смотри. Полубой, да, это он? Дуат вряд ли хуесосил. Что хуесосил? У него, блядь, какой-то был этот, блядь, ДБМ какой-то не такой. Говорит, я вот так танчу, блядь, вы что-то не то говорите. И Дуатовскому шаману, знаешь, ты не провел. Это не то? Просто уехал, да, он посидел, смотрел. Нет, нет, нет. Это сегодня рейд был. Ну там, я не говорю, что конкретно это Дуат был или этот, просто он сказал, то ли это был Дуат, то ли этот, я не знаю, я в этот момент просто отходил от телефона и все. А все, что с Дуатом не пойдет, типа? Ну, да типа, что, нам опять МГК танка искать надо? Ну, блядь, yes. Я же говорю, типа, у вряд ли, есть... Дуат единственный, кого хуесосит, это вот меня, как бы. У меня есть ДК танк. Я не знаю, может быть, это был Абула, я же без понятия, я же говорю, я не присутствовал при этом, он мне а просто... Стоп, вопрос не в этом, у нас все равно у Вольда есть ДКшка 4-4. Вот я к тому, что я могу им пойти на этом КД, потому что там, куда я пойду, там, скорее всего, ДК 4-4 есть. Ну, точнее, он будет. Но паладина у нас тогда нету. Кому раньше? Ты можешь дать Дуатовскому шаману ЕПшку? Он сидел до Ануба смотрел, потом ему за дочкой надо было поехать. Да, честно. Мы хотя бы до Ануба дойдем стопудово. Так, кто у нас? Литл остался, да? Он сидит там в Дискорде, печатает что-то. Я бы в Дискорд ему нас не давал. Литл и кто еще там получается? Даргрул. Даргрул. А кем будет? Лемом играть с Ленком? Слушай, не знаю. Он сейчас пока что у него и Лем, но он там собирает шмотки на Энха тоже, поэтому пусть, я даже не знаю. Пусть лучше на Энха не играет. Так, сколько получается начислил за общий заряд? 3000? Да. Да, да. Так, и Литл еще. Ебать, откуда?